Новгородской области на повышение зарплат бюджетникам выделено более 37 миллионов рублей. Распоряжение опубликовано сегодня на сайте федерального правительства. 37 миллионов 155 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации выделено Новгородской области на обеспечение сбалансированности бюджетов. Средства направлены в рамках государственной программы по созданию условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами. Как следует из распоряжения, деньги выделяются в связи с увеличением с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда. Он составит 11 163 рубля.